Только машин стоит. Да, ну это только съезжается еще. Да, Леня, привет. Приветствуюсь. Леня, смотри, сколько наших уже приехало, да? Много. Сколько едет еще? А сколько едет? Представляю, сколько это будет после завтра. Работы. Я после работы. Еще люди едут после работы. Вавилина едут, другие. Вот посмотри, сколько машин. Да. Очень много. Моя машина 4, нет, 3 человека, 4 моих. Сейчас. Кто-то сказал, до 400 человек может быть. Минимум. Я думаю, больше. Даже больше может быть. Приедут, еще 10 человек. Ну, это будет праздник для всех. Здесь и рыбалка, и купаются, и отдыхают. Что за озеро вот это большое к нам? А я не знаю, что это за озеро, ребята. Я там не был. Да, вот когда мы ехали по дороге с левой стороны, от нас было большое озеро. Надо на рыбалку. Здесь для любителей лазить по скалам даже есть. Я думаю,
А что ты делаешь? Курочку на ужин я делаю. Mm. Курочка как? На ужин, курочка на ужин. Я смотрю, так много людей приехало. А то есть только вечера, еще вечера нету. Да. А что будет завтра? Ну, завтра вроде как по спискам 450. Сколько? 450 где-то. 450 по списках. А пристав, может кто-то без списка, наверное, приедет? Ну, если без списка, то там секьюрити стоит. Там секьюрити, там, наверное, будет записывать. Так что нам завтра еще больше, чем сегодня. Ну, завтра будет праздник. Ну, надо завтра будет опять так же с утра запрягаться, как и сегодня. Ну да, для вас, конечно, сегодня тяжелое время. С утра. Но приятное. Ну, куда деваться. Такое дело. Сейчас ты не Собралась спать здесь? Нет. Сестрички, вам нравится здесь? Да. Очень хорошо? Да. Покушали? Да. Мы ходим перед тем Богом, который знает наше сердце, знает наши мотивы нашего сердца. И проверяя наше сердце, мы понимаем ту ответственность, мы понимаем ту важность этого служения. Знаете, я хочу сказать, что многие из наших братьев и сестер, они не участвуют в святыне Господне уже год. Вы знаете, когда человек не участвует в святыне Господне, знаете, что он теряет? Он теряет те внутренние силы, которые дает кровь Иисуса Христа. Он теряет, то, знаете, ту внутреннюю силу противостоять. Знаете, друзья, а борьба была. Были те, знаете, и вот я знаю, что многие из вас пришли сюда. И пришли сюда, знаете почему? Потому что вас влекло сердце. Я хочу сказать, братья и сестры, мы сегодня пришли, и у нас, знаете, мы будем проверять нашу жизнь. Я хочу сегодня сказать, что, ну, где взрослые, здесь дети есть, я сегодня чувствую ту великую ответственность. И я вижу ту, знаете, ту ответственность, которая на нас, как на служителях, на мне, на Петре, на Леониде, на наших всех братьях, деканах, потому что это не одного дня было дело. И я прошу вас, те, которые здесь есть, может быть, кто-то обиженный на меня. Те, кто в сердце своем имеет, может быть, какую-то обиду или еще что-нибудь, пожалуйста, простите меня. Я чувствую, что это будет судить каждого из нас, наверное. Мы стали, если я извиняюсь за это выражение, да, это неправильное выражение, но говорят, вроде, вы стали популярны. Эта популярность нехорошая, ненужная, она не приносит благословения, она приносит, такая популярность приносит бессонные ночи и прочее другое последствия, от которых человек страдает. У меня будет просьба, у меня будет такая просьба сегодня тем, которые здесь есть, и тем, может быть, вы передадите тем, кто здесь нет. Вы знаете, что у нас есть церковные пальмы, и там люди берут раз, потому что не лень. Пишут
Естественно, я думаю, что вы читали, что такой-то, такой-то и такой-то, под руководством такого-то и такого-то сделали вот это и вот это, да? Вы знаете фамилии, имена, хорошо, что вы говорите. Поэтому я тоже, как один из служителей церкви, прошу вас прощения, честно, как под руководством обидел, прости, я человек, но я нуждаюсь также в Божьем благословении. То, что мы готовимся, даст Бог жизни к водному крещению, то, что мы хотим завтра преподавать вечерю Господню, мы шли к этому долго. Год, уже второй год, как прошло, как я не участвую в вечере Господню. И проверяешь, и испытываешь, как Александр сказал, да, мы имели очень много встреч, мы имели встречи между нашими братьями, нашей церкви, братьями деканами, обсуждали, говорили. Мы имели беседы, встречи с братьями Орегоновского и других братьев, советовались, говорили. И братья Орегоновские, и другие братья исследовали нашу ситуацию, посмотрели на все это. Они просто посоветовали нам, чтобы мы начинали служение, мы начинали делать вечерю Господню. Начинали делать это дело, потому что неучастие в вечере Господня, оно тоже приносит нехорошее. Жизнь человека тоже духовно не растет, не развивается, и это не дает ему благословения. Поэтому сегодня наша молитва такая подписанная, перед Богом, Господи, очисти, освети, прости, потому что мы хотим, чтобы это служение, которое Бог, если нам даст, позволит совершить это служение в радости, в любви, в смирении, в трепете, в благоговении пред Богом. Мы знаем, что это святыня. И мы знаем, что это не игрушка, это не простые слова, просто так на ветер, который кидается. Но это святыня Господня, когда мы будем приходить для того, чтобы совершить это служение и чтобы обогатиться силой Бога нашего. Поэтому пусть Бог всех вас благословит. Пожалуйста. Друзья, я хотел бы в этот вечер пользоваться возможностью, что мы здесь собрались, в принципе, мы уже втроем, при мне, там тоже говорить. Но я не потому, что надо говорить, я бы хотел коротко сказать некоторые слова. Слова, которые я хотел бы сказать, первое, что если вы, мое обращение к вам, если за этот период года, берем год вот этот, который был тяжелый для всей церкви, а если я кому-то поступил соблазном и что-то сделал так, чтобы огорчены поступком или словом, я прошу прощения, если вы имеете лично подойти, пожалуйста, вы не держитесь, подойдите, я буду очень вам признателен и благодарен. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что мы были в четверг с братом Александром, нас позвали на Орегоновский совет братский, были собраны все братья Орегона, и обсуждался вопрос происшествия, которое произошло в прошлое воскресенье. Естественно, эти братья все уже, они получили видео не от нас, разные, очень разные месседжи мы получили, и они разговаривали с нами, были разговоры, лично я разговаривал с несколькими людьми. Епископа звонили с Флориды, с Саус-Каролайны, с Калифорнии, братья, разговаривали, и у нас такой вопрос немножко возник, потому что и от вас, друзья, я получал много писем, текст-месседжей, обращений, и у нас стоял вопрос, что мы хотели пригласить Орегоновских братьев, чтобы они приехали, совершили вечерю Господню. Из-за того, что вот произошел последний инцидент, который произошел, то они, братья договорили, они исследовали, они говорили. В то же время они сказали: братья, мы не находим в том, что вы не можете. Мы можем приехать к вам, но хотя как можем. Они не против приехать, но опять получается, что в каждом церкви, в одной церкви крещения, в другой церкви, в третьего сватовства, в четвертого, что-то еще другое. И они говорят, что это будет неправильно, если мы не находим в
том, что вы не можете, то есть у вас нету вины тот, что вы не можете совершать вечерю, сегодня мы не принимаем то, что Никитович сделал, то мы благословляем, мы молимся, мы будем молиться, они совершили молитву за нас, за нашу церковь, за нашу вечерю Господню, которая будет проходить. Они сказали, что передайте людям, тем, которые есть, что мы, ну вот, наше решение такое, что делайте, пусть вас Бог благословит, совершайте вечерю Господню. Ну, если же кто-то будет смущаться, кого-то какой-то, ну, есть мысль какая-то, и он считает, что не надо принимать, то эти люди не имеют. Каждый отвечает за свой внутренний мир лично. И вот мы сегодня собрались для того, чтобы наш внутренний мир Господь освободил, Господь благословил, Господь утешил. И пусть Бог благословит. И это вечерняя наша молитва, которая сейчас. Я бы хотел, чтобы мы искренне, от всей души, просто молились. Я не думаю, что будем молиться в микрофон, но я тоже пойду вместе с вами стану. И давайте будем молиться, как мы обычно, час молитвы совершаем в церкви перед вечерей Господней. И да услышит наш Господь и пошлет нам мир и благодать в наши сердца. Будем молиться.